Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб, и сегодня мы продолжаем проходить Сиф. В этой серии мы продолжаем наш путь к Риону, и в прошлой серии мы, конечно, наделали много шума, но сейчас постараюсь как-нибудь хотя бы пройти, потому что даже, может, и с боем, потому что я уже тут который час кручусь, и уже, знаете, потерял всякую надежду. Так, полезли. Быстрей, быстрей, в тень. Вот, скотина, заметил, однако. Ой, не ту кнопку нажимаю. На те, заточка по почкам. Ой, заточка, ладно, неважно, ребята. Просто на пощам. Все. Так, ё-моё, меня заметили. Тут надо бы как-нибудь сныкаться. Ах ты, скотина, все-таки попадает, однако. Ладно, я спрячусь за бочками. Пускай они меня ищут, где хотят, но ищут. Я тут, пожалуй, пересижу, да. Пережду. Что ты там хочешь от меня? Ладно, они там сейчас немного, ну как бы это сказать, напряжены. Я, пожалуй, заберу у него золото. Блин, отстаньте вы от меня. Дайте вы мне замок вскрыть, пожалуйста. Он пока не видит, быстрее это сделаю. Да ёшкин кот. Ладно, я сделаю так. И последний рывок, и замок открыт. Все. Открываем. Забираем это добро. Добро. Нет, добра больше нету. Так. Ну, я вижу очевидный путь. Это вот сюда. Ну-ка. Пока не заметили. Быстренько сюда. Да вы меня не... Да вы не проткнете меня. Я тут перелезть успею. Раза два. Все. Самое сложное уже позади. Конечно, как всегда, не без приключений, но убивать, по крайней мере, никого не пришлось. Это радует, но на фантома мы уж точно не пройдем. Это я уже в этом убедился. Это что? Придется позвонить, чтобы меня впустили. Обычно звонить начинают после моего ухода. Ну, сейчас, понимаешь, другая ситуация, Гаррет. И... Так, еще один замок, отлично. Ну-ка, сейчас попробуем. Так, все. Получилось, и теперь забираем все, что там лежит. Так, конечно, навара немного, но лучше, чем ничего. Так, это что? А, это типа ловушка. Только тут я никого не вижу. Кстати, надо было все-таки не так уверенно влетать. Хотя бы, не знаю, обстановку заценить. И все-таки я другого пути пока что тут не вижу. При всем моем желании. Поэтому все-таки придется звонить в колокол. Ладно. Поехали. Так. Я бы спустился, но мало ли сейчас здесь кто-то появится и будет мне весело. Оу. Куда спускаются эти джентльмены, а? Ребят, вы куда? А меня подождать. Я опоздал на последнюю экскурсию. О! Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Все-таки то, о чем я говорил. Не, не надейся. Я тоже так каждый день думаю. Странно. Так. О. Нехило. Не думай, что это помешает мне найти тебя. Ой-ой-ой, он же с факелом. Я хотел наверх забраться и по той же схеме его отрубить. Отличная возможность. Подойти сзади и дать ему... Хыдыш! Вот так вот. Ох, как вы меня задолбали. Знали бы, как они меня задолбали. Просто задолбали, так задолбали, блин. Я уже битый час пытаюсь эту миссию пройти. Но знаете, я уже хотя бы далеко дошел. Ой. Блин. А вот тут беда, однако. Беда. Ну-ка, может, есть другой? На нем можно спуститься. Да, я понял. Лифт для припасов. Тут как-то надо... Не видит меня? Кусал тебе, господи. Ой, ё-моё. Да ты что? Издеваешься, что ли? Так, быстро. Да, я был здесь. Отстаньте от меня. Да, в этой серии, конечно, мы шума делаем как можем. Так, другого пути я не вижу.
Точно другого пути нету? О, да тут здесь есть кошелек. Рассвет, да чёт пока не хочу. Не питаю особого желания, ладно. Да, в этой серии, конечно, много портачу, но зато будет весело. Нечестивый, сударь нечестивый. Так. Ага, а теперь как мимо этого проскользнуть? Тебе сзади можно подкрасться, парень? Парень! Тебе можно подкрасться, парень! Горячий кофе сейчас бы не помешал. Да вы задолбали с этим кофе! Да ладно вам. Да ладно! Отстань! Не знаю, что это мне сейчас даст. Пожалуйста, сюда не идите, судари. Судно ли? Ой, что это такое? Что это? На мне что-то? Или что это? Ну, вы видите. Так, что это? Куда мне теперь? Да сами вы то... О, ёшкин кот, а тут с проверочкой. Ну, а что еще делать? Они говорят, нечестивый всегда прячется. А что мне еще, собственно, делать? Тут танцевать у них на виду? Да ладно вам, идите вы нафиг, а. О, молодцы. Окей, куда мне теперь лезть? Смерть сама меня ведет. Я понял, а лифт я ж типа вызвал, а где он? Блин. Ну-ка, успею, не успею. Ладно, парень, ты сам не оставляешь особого... Ладно. Почему я не могу его сейчас ничего с ним сделать? Ладно. Вот, сейчас что-то появилось. А, во, сюда теперь. Ну, поехали, что ли. Что с управлением? Ребят, игра затупила. Да ладно, блин. Ладно, ребят. Да уж, мало того, что я игру сломал, так я еще по-тихому пройти не могу. Ну-ка, надеюсь, сейчас игра не сломается. Пожалуйста, ну наконец-то. Я долго не мог нажимать на кнопки и тому подобное. О, привет. Ну ты ко мне уже не вскочишь, я так полагаю. Ты уже по-любому, так что прощай. Вообще, я не знаю, как он этого не заметил, но... Ладно, тут уже другая история. Скорее всего, наверное, на всякий случай спрячусь за ящиком. Его же вряд ли здесь просто так поставили. Фух. Да, я тут немного волнуюсь, потому что место довольно сложное. Проникнуть сюда... Мало того, что составило небольшой труд, но и как дальше быть, я не знаю. Стрелы у меня еще остались. Отбиться, если что, смогу. Блин, да тут еще и храм какой-то. Город строится на костях старого. Если бы эти камни могли говорить, что бы они рассказали? Вот как бьют этого. Блин, ну посмотрите-ка на это, а. Трындец. Город на городе. Еще подзем... Ой, люди подземелий. Ой-ой, что-то как-то лифт опускается немного неправильно. Или правильно, сейчас посмотрим. Лифты, ой. Тихо. Лифты, ой. Тихо. Лифты нормально? Нормально опускается вроде бы. Стоп, что наблюдать? Типа я могу прыгнуть сюда? Или нет? Так и не понял. Черт, нет. Я думал, можно сюда прыгнуть как, на, как по лестнице, ну ладно. Не знаю, что мне это дало. Тайный город. А, ну да, это же город все-таки, как-никак. И название тому и свидетельствует, что происходит. Что-то как-то мы слишком долго опускаемся, даже...
Я даже не совсем понял, что произошло. Процессия озаренных движется не спеша. Есть время, чтобы вскарабкаться обратно. Да, есть, но... Мне надо вниз как бы. Но пути вниз я пока что не вижу, поэтому пойдемте-ка так. Вау. Да ты прям принц Персии, ё-моё. Ну, удерживайте Е, чтобы спуститься. А, во, все, понял. Ну, все. Типа... Я не знаю, что с ним случилось. Только мне понять еще, куда пойти. Так, ну мне надо повыше бы. Окей. Повыше так повыше. Не вопрос. Только как добраться? О, крысы, привет. Может, за крысами пойти? Крысы всегда приведут туда, куда надо. Ага, я уже вижу ловушечку. Как бы ее обезвредить? Вопрос, однако... Нет, уж слишком заманчиво. Стоп, это чей труп? Так. Блин, провод идет куда-то туда. Сейчас посмотрим. Ага. Стоп. А, во, вижу. Не сразу заметил. Спасибо, конечно, нашему чудозрению. Не сразу бы увидел и вправду. Но теперь можно спуститься со спокойной душой, не боясь, что тебе прилетит. Все, забираем, забираем. Спасибо, вы лучшая публика. Так, что у нас тут? Тут у нас перо да письмо. Ну, я почитал бы, но нет времени читать. Так, у тебя взять нечего, парень. Ну-ка, а что это, куда это меня приведет? А ну-ка, кажись, наверх ведет. Так. Оу, вы это видели? Я это тоже видел. И не сказал бы, что наличие трупа, крови и местных существ меня как бы порадовало. Это я сделал, признаю. Я не отродье, я Гаррет. О, вообще-то я Глеб, но ладно. Тут что-то уже как-то немного и все не так пошло в разговоре. Так, пойдемте-ка сюда. В итоге... Ой, я и забыл, что тут... Все-таки люди как-никак, но остались такого, как стражников, что ли, так убили. Или этих озаренных. Ну-ка, ловушек нету, но есть люди. И один, кажется, идет в нашу сторону. Ой-ой-ой. Тихо. Интересно, а можно факел потушить в его руке? Ради интереса просто. А, блин, тут этот еще ходит. Так, где тут свет у нас? Блин. Как бы его отключить? Пройти тут тоже не вариант. О! Стелс, стелс и только стелс. Так, вот это мне уже нравится. Это я одобряю. Так, ну куда мне дальше? Явно ж не... Ага, сюда. Стоп, и что это мне дало? Только не говорите, что я просто тут... Только не говорите, что я действительно сюда пришел ради этих трофеев. Блин, я думал, стелс будет. Но нет, стелса нету. Стелса не будет, видать. Везде этот мрак. Везде, согласен. Тихо. Может, все-таки вырубить, не знаю. Тоже нет. А, во! Теперь смотрите-ка. Вот оно что получается. Вот он сейчас сюда, сюда идет. Я быстренько такой, здорово! Надеюсь, это не мрак. Не, это не мрак, это я просто тут это, чувачка оглушил. Так, давайте-ка быстренько потушим это дело. Пока есть время. Ой-ё. Вот ты тут не вовремя, парень. И ты тут не вовремя. Тихо. Блин, если бы этот... Не советую. Да чё-то я не испытываю терпения. Мне просто хочется уже поскорее пройти этот момент. Я не посмею. Да я тебя и не прошу сдаться. Просто отойди ты, господи. Чё сразу сдаться?
Так, ты один? Пожалуйста, хоть бы бы... был. Да, я наблюдаю. Ну-ка, блин, тут, однако, светло. Есть хоть одна стрела, которая могла бы... Тут что-то не так. Ну-ка. А, ну, пускай там думает о том, что тут не так, я пока тут это... Ну-ка. Так, не больно оказалось, слава тебе, господи. Ну все, сейчас буду по стелсу действовать, потому что у меня все-таки ограниченное количество ресурсов, и... Сами понимаете, тут уже... Потом, если что, отбиваться не получится. Лучше уж так, чем никак. Угу. Что это? О, самовар! Нет, сосуд. Я думаю, уже самовар. Хотя уже его это... Не знаю... Как-то загнать по хорошей цене. А нет, это не, стоп. А, показалось, что ловушка на секунду. Так, удерживайте Е. Ладно. Мне не сложно. Обязательно. Обязательно сейчас поднимем. Пошли. Так. Для чего вот этот вот, я не знаю, как это сказать, поворотец? Вот здесь совсем не к месту. Так. Взять здесь нечего, но... Тут какой-то звук неприятный. Вот, слышите сами. Все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона. Да. Во всем виновата баба. Ну, пытаются, по крайней мере, так разработчики сказать. Я тут вообще не при делах. Так, и что будет, если сюда пойду? Найду только труп. И мне это... Если честно, откровенно, ничего не дает. Оп, сюда допрыгну. Ага, конечно. Нет, мне бы до туда. Ясно, придется как-то через толпу этих зевак пробираться. А почему, кстати... А, не, нельзя. Ясно, ну-ка. Значит, вот этих вот вижу. Ага, Так, спасибо большое, не заметил бы. Так, кстати, можно вниз спуститься? Можно, но я не вижу в этом смысла, поэтому... А! Что за... Блин, как я мог так поступить, говорю. Как вообще так могло получиться? Я не понимаю, я же... Он же не мог сам спрыгнуть. Или мог? Так, ну-ка еще раз. Вот нельзя было сразу это город сделать, серьезно, надо было именно поступить не так, а иначе. И выставить меня не в лучшем свете. Ну, это норма. Кстати, тут замочек. Люблю замки. Так. И все. Ну, уже замками как-то все быстрее получается справляться, потому что все-таки и мы прокачались, и. Тут, кстати, ловушку надо обезвредить как-нибудь. Вот она. Так. Все. Теперь можно открыть. Ну, что-то ничего нового я тут особо не вижу, кроме нового трофея. Ну, что тут у нас? Зато, да. Все-таки новый трофей, это, конечно, приятно, но от него, не знаю, больше другого назначения, как просто покрасоваться, не видел. Так. Можно пойти сюда, можно пойти сюда. Тут много путей, куда ты можешь пойти, но... Так, вот сейчас уже получилось более-менее. Так. Через вот этих гуманоидов, не знаю, идти, не идти. Ну-ка. Давайте-ка Я не знаю, кто это был. Ну и ладно. А смысл, что я сюда пошел? Это же... Здесь же реально смысла нету. Что за прикол? А, это может можно было... Ух ты ж, ёпсель. Интересно, его отрубить можно? Ну-ка. Я монетки заберу. Да ладно тебе, хорош там своими фарами светить. Тоже мне тут. Ладно, не буду его трогать. Ну их вообще к чертовой матери. На всякий случай, у меня есть тут вспышка какая-нибудь? Во, есть, отлично. Они же это света боятся, так? Ну вот.
Если что, долбанем им тут. Вспышкой. Справа, там слева. Ой-ой. Да прыгни ты. Так, надеюсь, сюда не поднимутся. Ну. Пошлите. Ну да, с этими чувачками как-то мирно все вышло, потому что эти хотя бы-то, не знаю, не такие наглые. Это не мрак. О, господи. А что-то другое. Стоило про плохих людей сказать. Плохие люди сплошь да рядом. Ага. Сюда просто так не пройти. А потушить тебя никак? Ну-ка. А что здесь? Есть вообще толк идти сюда? Вот и я не вижу. Поэтому... Нет уж, ребята, я пока... Не! Не рискну. Вот оно что. Не, все-таки есть толк идти. Понятно. Ждем. Тут ждать чисто надо. Так, окей. Забираем это... Так, и чё это? Что я сюда... Ах, ты ж ёшкин кот, вы посмотрите-ка. Тут ещё надо быстро прокрутить будет. То есть со мной хотят сыграть в одну игру. Что-то это мне напоминает, но ладно. Так, надеюсь, ручка эта не такая горячая. Так, все, надеюсь, ловушки отключили. Фух. Да. А то, блин, очередную аптечку пришлось потратить. Спасибо. Уж хватит с меня. Так, ой, а что это? Так мне на лицо упало. Так, кто у нас тут напевает что-то непонятное? А, лестница, ясно. Точнее, не лестница напевает, я уж понял. Просто тут как-то непонятно, что делать. То есть пытаться найти противника, либо вообще забить. Потому что порой тут просто они такие. Прикосновение Ориона спасет нас. Да ты любишь, смотрю, прикосновения всякие. Чудик ты эдакий. Ой-ой, кто где, когда? Ёшкин дрын. Кажется, что-то движется. Прямо за ворот. А ёп, иди нафиг. Идите нафиг просто. Не, шухера нету. Я уж подумал, это птица. Чудовищ спасти нельзя. Мы должны охранять ворота. Да кто здесь мочится, я не понимаю. Всё, иди. Рассвет близится. Я встречу его. Я бы лучше бы не рассвет встретил, а что-нибудь поинтересней. Я не боюсь. Меня благословил Орион и страх. Да ты что? Я сам убил громадного стража в Грейстоуне. На эти твари противоестественные. Как думаешь, откуда они взялись? Из просто. Выползли? Или из моря вышли? У меня в висках так стучит, как будто они вскрыли мой череп и вылезли из моих кошмаров. Все. На этом душещипательная беседа закончена. Покажи мне неверного, и я засажу ему болт в промежку. Болт? Какой болт? Не знаю, о каком болте идет речь. Так. Это мы его уберем. Убирать я его пока не вижу смысла. Пускай лежит. Красиво лежит шприц. Шприц, это уже интересно. Но все-таки. Где... Этот любитель засаживать болты, вот их где, однако. Не палит меня? Ну, здравствуй, сударь. Я тут это... Оглушить тебя пришел. И забрать твою еду. Так, все, прячемся. Ну вот, сохранились, можно выходить. Да, сегодня, конечно, немного странная часть. Мне что-то, по крайней мере, так кажется. Уж больно событиями насыщена она. И кривым, и как и с другой стороны нормальным стелсом, и вообще не пойми чем. Ну да, мы еще в этой части умудрились игру сломать. Я не знаю почему, но у меня кнопки не нажимались тогда. Я не мог ни стрелы достать, ничего сделать. В общем, в чем смысл. И потом, у меня, когда при попытке перезагрузить игру, в общем, вылет произошел.
Что это? А, это значит, что уже пути назад нету, окей. Да больно, знаете ли, надо. Я всего лишь-то, ладно, покручу этот вентиль. Или что это? Эх, скоро дыра в столе из-за этих поворотов образуется. Так, стражники, вы здесь, не здесь? Очень хорошо. Больно вы мне нужны. Так, ну здесь зато могут быть твари. Если не стражники, так твари уж точно. Ну, либо тупые головоломки. Ну, извините их. Там большая часть головоломок меня, конечно, дико напрягает. Это что сейчас было? Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Окей, я понял. Эрин где-то рядом. А мне с этого какого-то... Ты колебался, стражники чудовищной стали, что? Объясните мне смысл его слов. Ну ладно, это вроде бы либо обходной путь, либо еще одна нычка, вот что радует. Ой, привет. А ты кто? Взгляни на товары. О, это мне нравится, парень. Это я уважаю, купить, 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 купить. Денег много, толку мало. Так. Взрывная стрела. Что-то все по одному как-то. Недостаточно места. Огненная стрела, ладно. Продать. Тебе продать нечего. Купить тоже особо больше нечего, но ладно. Ты знаешь, где меня найти? Знают, но туши свет. Моя тебе рекомендация. О, спасибо тебе за этот чудный маг. Надо было бы еды у него купить. Хотя мы вроде бы и так нормально ее насобирали. Ладно, посмотрим. Так, можно будет, можно будет. Пока вот стражники не видят, быстренько делать. Там что-то есть. Разберись, брат. Тихо. Нет. 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 Кто тут? А тут подняться никак нельзя. Вроде можно. Никого здесь нет, кроме озаренных. Да, вот именно. Да, ёшкин. Господи, дурацкая птица, как ты меня заколебалась, серьезно, вот. Рассвет поможет мне найти тебя. Тебе только Господь Бог поможет. Сейчас вот серьезно, ты меня так задолбал. Озаренные исцелят твою слепоту. Ладно. А, и сюда идти вариант отметается, и сюда идти вариант отметается. Дурацкая птица, ты меня опять все испортила. Все-таки, как обычно все говорят, что во всем виновата баба, но тут, скорее всего, во всем виновата тупая курица, либо птица, я не знаю кто. Продолжай наблюдение. Зло никогда не спит. Да, согласен, это про меня, кстати, я никогда не сплю. Точнее, практически никогда. Да иди ты в баню, птица дурацкая. Вытащи его из тени. Да я уж как бы в тени давно. Не хочу я. Так, куда идти? Так. Озаренные исцелят твою слепоту. Слишком много пафосных речей для не пойми кого. Так, что я здесь забыл? А? Ребят. Ребятушки. Что-то я здесь забыл. А вот что? А, я понял, что здесь. Да вы задолбали, серьезно, много, слишком много реплик у вас, ребят. Завязывайте с этим. Хотя и у меня тоже слишком много реплик, но завязывать с этим я не собираюсь. Ибо мое видео. Так, все. Все вроде бы. Ой-ой-ой! А вот сейчас было немного неловко. Вот сейчас было действительно неловко. Тихо, вот этот главное, чтобы меня не спалил. Вот спалит, вот вообще, туши свет. Что дальше? А дальше по голове тебе. Вот что дальше. Ой. Такс, ну-ка, обыскать тебя можно? У тебя же были кошельки. О, стоп. Но это не мрак. А что это? Другое.
А что это тогда? Птица, ты меня заколебала палить, господи. Тебе что, заняться нечем? Там семечки хавать, там, не знаю, еще чем угодно заниматься. Но нет. Давайте-ка мы будем шуметь, всячески мешать Гарту двигаться дальше по сюжетке. Зачем? Вот именно, зачем? Так, давайте-ка посмотрим, как тут у нас все. Тихо. Мрак останется лишь страшным воспоминанием. Да и я бы хотел бы быть таким оптимистом, как и вы, но нет, что-то... А, тут еще одна птица, я все понял. Ох, ребят, не знаю, не вижу пока смысла спускаться. Ну-ка. Странно показалось, что тут надо что-то разбить. Так. Ну, они там, ладно, они вдали там от меня, поэтому... Особо пугаться не стоит. Единственное, что может мне сейчас... Меня дико спалить, тут этот сундук. И моя жадность. То, что вот тут еще вот есть, ребят, стражники, и... Зато есть вот здесь проход, странно. Ну-ка. Нет. Ладно, я сделаю так на всякий пожарный. То, что вот эти вот засуетились. Ну вот. Вот именно. Все, можно скрыть замок. Ну, наконец-то. Ой. Тихо. Тихо. Так. Блин. Так. И вот так. Отлично. Что у нас тут? Ну, блин. Не густо. Конечно. Так, можно было вот эту штукенцию взять, но я спалюсь опять. Быстренько полезли. Все, думаю, дальше можно уже тут не светиться особо. Так, тут... Блин, как... Да я один из вас, как... Ну-ка. Ну-ка, если сделать вот так. Ага. Да ладно. Всех у вас что-то не так. Но это не мои проблемы, это ваши проблемы. О! Так, а вот это, я думаю, стоит взять. Ага. Теперь задача посложнее. Как бы пройти незамеченным? Потому что... Вот таких вот... Ну-ка. Если я подойду так... Ага. Вот так-то будет проще, но птица, главное, чтобы сейчас не заорала. Ой, блин, какой напряженный момент, серьезно, он мне сейчас... На нервы действует, вот просто на нервы действует. Погода так. Погода меняется. Погода меняется, люди меняются. Все мы меняемся. Не знаю, стоит пробовать. Нет, сохранить игру. Сейчас сохранимся. Потому что... Что-то мне неохота рисковать. А? Кто идет? Посмотри, что. Тихо. Там. Тихо, вот я, наверное, зря сюда пошел все-таки. Но другого пути я пока что не вижу. Так. Кто идет, кто идет? Кто идет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помнишь, у меня нет на это времени. Тихо, тихо. Ребят, я к вам. Я ничего не вижу. Так. Да ладно. Как тогда пройти, если не так? Ой. Кто палит? Плохая трава была. Я не то хотел сказать. Ты не поймешь, пока не почувствуешь. Да, меня обожгло. Но благодатное пламя выжгло из меня всю боль и все дерьмо изнутри. Не знал, что дерьмо горит.
Новая кровь, говорят, что? Железо не ломается. Ошибочка. Так, ты один парень. Можно я тебе компанию составлю? Ну, пожалуйста. Поспать бы. О, я знаю, как пойти сейчас. Так, вот. Долго не решался, но все-таки решился. И теперь вот. Так. Я тоже бы сейчас не против был бы подрыхнуть пару часиков, но не до этого. Мне сейчас тут вот надо добраться вот до этой вот точки. Ну ладно, тут уже более-менее стелс вышел. Все. Давайте-ка, что ж, думаю, отправимся. План простой. План, высушим план. И импровизировать. Не, все-таки проникнем внутрь мы, пожалуй, в следующей части. А пока что с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.